Итак, добрый день. Делаю обзор автомобиля Volvo. Такая Volvo, скажем, в старом кузове 2002 года. Вот, стоял здесь Cummins 15. Сделали мы замену мотора, поставили сюда Detroit 12.7 без EGR. Вот такой вот мотор. Вот так он здесь стоит, показываю. Вот такой вот двигатель. Мы его также разбирали, проверяли, дефектовку делали. Тоже снимали головку, все проверяли. Вот такой вот мотор. Вот такой вот двигатель. Вот так он здесь стоит. Был Cummins 15 без EGR у него. Был Cummins 15 без EGR. Сейчас Detroit 12.7 тоже без EGR. Такой симпатичный мотор. Сейчас покажу, как он работает. Делаю краткий обзор наших работ. Вот он, красавец. Мне очень нравится, как он работает. Сейчас покажу. Так, я его специально сейчас на нем ездил. Он прогрел его почти 180 по Фаренгейту. Вот так он работает. Вот на холостых давлении примерно 35 на прогретую, ну, больше половины по 60. Обороты даешь 50. Воздух он держит, накачан. Так, что мы на этом двигателе делали? Мы снимали головку, проверяли, опрессовывали, проверяли форсунки, поставили вот такой топливный фильтр сюда. Вот так вот он работает. Очень хорошо работает, повторюсь. Вот его круиз показываю. Круиз все работает, вот так вот он. На звук. Вот, показываю давление. Вот такая вот вольвочка в старом кузове. Первая, кстати, у нас обычно косые все вольвы. Ставим мотор. А это вот предыдущая приехала к нам. В предыдущем кузове. Вот мотор. Вот так вот он выглядит. Сейчас с этой стороны еще раз покажу. Ну все, всего доброго всем.